Я здесь по собственной воле. Ее предварительно подготовили? Лежать до вечера. Вода ведь остынет. Что вас беспокоит? Ничего, мадам. А, да, конечно. Вечно забываю. Тут нет сумасшедших. Я ищу свою мать. Ее поместили сюда уже очень давно. 29 лет назад. Сейчас ей 68. Так ты из-за нее сумасшедшая. Я проведу тебя в архив. Для начала поищи там. Где тебя вечно черти носят? Дамы, ежегодный бал «Маскарад» обязательно состоится. Поможешь с балом, выйдешь отсюда. Неверный шаг. И сделаю так, что вернешься. Это не приют, а скотобойня! Здесь воровской притон! Нас просто грабят! Мне нужна ваша помощь. Допустим, ты ее найдешь. Если найду, то заберу отсюда. Отсюда не выходят.